фотоконкурс «Мисс Ликвимоли». Итак, продолжаются дневники «Мисс Ликвимоли». Опять вот прям поток красоты в нашем эфире. Я напоминаю, что 27 декабря уже будет подведен итог, и кто-то из наших красоток, наших слушательниц или зрительниц отправится в путешествие в Норвегию, волшебную сказочную страну. Но помимо того, что уже многие девчонки прислали свои фотографии, у вас, если вы первый раз об этом слышите, есть возможность принять участие и выиграть. Что нужно сделать? Нужно сделать очень красивые фотографии в нужном ракурсе, запечатлеться и выложить на сайт ВКонтакте, а также Инстаграм. Инстаграм, я все помню, несмотря на пятницу. Обязательно добавляйте хэштеги. Сейчас, хэштеги не помню. Мисс Ликвимоли, страна FM и visitnorway.ru. И, возможно, именно вы станете обладателем путевки в Норвегию. У меня все смешалось. А еще, знаете что? Еще есть у нас там какие-то предварительные итоги. Мы разыгрываем очки виртуальной реальности. Мы давайте прямо сейчас, Валерия, расскажем еще об одной участнице конкурса. Давайте. Зовут ее Софья, она из города Люберц. Итак, Софии 20 лет, прямо сейчас можно посмотреть на ее фотографии на экранах, делайте их поярче, пожалуйста. Софья, студентка 4 курса экономического факультета, изучает, внимание, государственное и муниципальное управление. Серьезно, какой человек? Все очень серьезно. А еще она активистка, член студенческого совета, волонтер, вожатая, девушка, увлекается танцами. Ну, вообще красивая просто. Мы тут же между нами решили, что как Лиза, да, у нас Лиза тоже вожатая, волонтер, увлекается танцами. Слушайте, красивые волосы какие, Софья, у вас, я прям восхищена. Мы, Софья, вам желаем удачи, желаем победить в этом замечательном конкурсе, как и всем остальным участницам. Мы беспристрастные, но вне эфира, конечно, Влад, он всегда рассыпается в восторгах, когда видит красивых девчонок, прям, держите меня, семеро. Ну, извини, что выдаю тайны, девчонкам приятно, когда им уделяют внимание. Так, дневники Мисс Ликвимоли у нас медленно и плавно, так сказать, заканчиваются. На сегодня. На сегодня, естественно. Да. В следующем часе к нам придет обворожительная, яркая, красивая Настасья. Да, если у вас будут вопросы, обязательно их задавайте. WhatsApp, Viber у нас прежний, а пост ВКонтакте появится с минуты на минуту. Фотоконкурс «Мисс Ликвимоли».